Друзья, всем привет, с вами Дима и команда Колесо.ру. И это топ шипованных зимних шин 24-25 года в среднем ценовом сегменте. Та самая золотая середина. В этом году у нас есть крутая новинка. Это шина Armstrong Skytrak S. Новинка 2024 года от компании Armstrong. Те самые знаменитые носороги, бренд, американский бренд, существующий с 1912 года. И про эту новинку пока мало что можно рассказать, потому что было мало отзывов. Это ее первая зима в России. Рисунок протектора направленный, и мне он очень сильно напомнил одну знаменитую модель – Michelin Latitude X-Ice North 2. Направленный рисунок протектора, блоки с пестренными ламелями, среднее количество шипов и хороший водоотвод. Шина доступна с 16 по 20 посадочный диаметр, в некоторых размерах есть XL. Шина комфортная, управляемая, с хорошим водоотводом. Цена на момент съемки в размере 255/16 – 6690 рублей. Поднимаемся выше, и на этом месте у нас вторая линейка Pirelli – формула Ice. Ice про лед, про шипы, про хорошую управляемость. Направленный рисунок протектора – крепкое, мощное ребро, жесткости по центру для хорошего управления и торможения. Шипы посаженные грамотно, чтобы они меньше шумели. Большое количество ламелей, а также хороший зацеп. Благодаря глубокому рисунку протектора более 10 мм, а также четкой структуре. Шина будет средней комфортности по асфальту, зато в снегу она будет идеальна. Шина хорошая по доступной цене. На момент съемки в размере 255/16 – 6490 рублей. И уже известна средняя оценка по отзывам – 4,8. Оценка заслужена. Кардиан Snowcross 2 российского производства. Все та же елочка, хорошая самоочистка от шуги и снега. Шипы среднее количество простой формы распределены по протектору. Шина на вид очень агрессивная. Агрессивные блоки, агрессивные зубы в блоках. Эти самые зубы в блоках направлены на сцепление на снегу в первую очередь. И для того, чтобы у вас не было смещения по какой-либо оси, не было тех самых сносов. Шина направлена на условия суровой зимы, но на асфальте в городе она будет достаточно шумной. Шина доступна с 13 по 18 посадочный диаметр для легковых, кроссоверов и внедорожников. Боковины средней эластичности, средний пластический состав резиновой смеси и цена на момент съемки в размере 255/16 – 6230 рублей. Средняя оценка по отзывам – 4,7. Roadstone Vanguard Wind Spike – это дочернее предприятие компании, корейской компании Nexon. Рисунок протектора, он как бы два в одном. То есть середина – это прям острая V-образная структура, которая хорошо отводит снег, воду из пятна контакта, а также снежную шугу. А при этом боковины развернуты перпендикулярно для хорошего зацепа во время маневров, разгонов и торможений. Шина с одной стороны комфортная, с другой стороны хорошо очищается. При этом корейское качество позволяет вам достаточно эффективно и комфортно передвигаться в условиях снежного города. На асфальте достаточно шумное. Среднее количество шипов. Шип простой круглой формы. Доступно с 14 по 18 посадочный диаметр для легковых кроссоверов и внедорожников. Обращайте внимание, в названии должны быть SUV для кроссоверов. В половине типа размеров доступна маркировка XL. Это шины с увеличенным индексом нагрузки. Средняя оценка по отзывам 4,7. Цена на момент съемки 7480 рублей. Знаменитейший просто гисловед Nord Frost 200. Асимметричная шина, которая с одной стороны направлена на комфорт, с другой стороны на управляемость. Гисловед – это вторая линейка Continental. Гисловед, который присутствует в России, прекрасно чувствует себя в Калуге и производит эти шины. Как я уже сказал, асимметричный рисунок, хорошая глубина протектора,
крутой состав резиновой смеси и все, что вам нужно для безопасности. Шины доступны с 14 по 19 посадочный диаметр для кроссоверов и внедорожников. Обращайте внимание на SUV в названии. У шины среднее количество шипов, она за счет этого не такая шумная, но ламели состав резиновой смеси дают хорошо держаться в сложных условиях на снегу и на льду. Средняя по шуму хороша в тестах, авторевью, кстати, любят эти шины в среднем ценовом сегменте. Оценка 4,7 по отзывам, цена на момент съемки 7540 рублей. Какие у меня любимые шины? Моя любимая поговорка – это в любой непонятной ситуации выбирай Комхо. Комхо VI32. Если в вашем городе эти шины в наличии, я думаю, стоит обратить на них внимание. И еще есть два классных факта. Когда я смотрю на эти шины, я вижу Nokian Hakkapeliitu 9 по рисунку протектора. А внутри блоков я вижу маленькие шипы в большом количестве. Привет, Michelin XS No. 4. Эта шина соединяет в себе два крутейших бестселлера от премиума. Плюс корейское качество, хорошая сбалансированная шина, мягкая, комфортная по управляемости, с хорошей самочисткой, хорошо работает на снегу и на льду. Шина доступна с 13 по 19 посадочный диаметр, подходит для большого количества шин. Половина размеров с отметкой XL, шины с повышенным индексом нагрузки. Шипы мелкие, при этом вставка круглая. Хороший зацеп, но не так вас отвлекают при езде по асфальту. Средняя оценка этой шины 4,7, и отзывов достаточно много, вы можете их почитать. Цена на момент съемки 7790 рублей. И вот мы добрались до первой шины нашего топа. Да, шина, которая переняла характер нордический у Nokian, у Hakkapeliitu 8, которая просто в нее влюблялись все. Это шина, которая позволяла долго, комфортно и безопасно ездить. И теперь это Icon Nordman 8, а в будущем это Icon характер. Давайте немножко подождем, и со следующего года у нас будут сплошные характеры. Шина с направленным рисунком протектора. Шина с достаточным количеством шипов, да, средняя, но их расположение сделано так, чтобы и не шуметь, и цепляться. Это та самая теория, когда два шипа не встают на одну линию и не мешают друг другу. Все происходит максимально безопасно. Шина доступна с 13 по 19 посадочный диаметр. У нее достаточно мягкие и эластичные боковины. Это самая мягкая и комфортная шина нашего топа. Средняя оценка это подтверждает. У Icon, причем мы не на Hakkapeliitu собирали отзывы, не на Nokian Nordman, а уже на Icon Nordman 8, который был в прошлой зимой. И средняя оценка 4,9, весьма заслуженно. Цена на момент съемки 8120 рублей. Средний ценовой сегмент, он огромный. Какие-то шины подпирают премиум, какие-то шины ругают, потому что имели негативный опыт и сравнивают их там с экономом, бюджетом и так далее. Но в этой ценовом сегменте все-таки характеристики и цена, они максимально соответствуют друг другу. Про эти шины нельзя сказать, что это все реклама, маркетинг, там вложение какое-то, нет. Или там на эту шину какая-то большая наценка, нет. Средняя по цене – это та самая золотая середина и в нашем топе. И тут внезапно новости опять. Пока мы снимали этот топ, пока мы его монтировали, на полках появилась Якогама. Вы часто спрашиваете, да? Где Якогама? Да вот она, появилась. Ссылочку на эти шины из топа и также на те, что появились последние вот буквально недели на наших полках, вы найдете в описании. Ставьте лайк этому ролику, если вам понравился. Пишите комментарий, задавайте вопросы, мы обязательно придем к вам и ответим. Приезжайте в гости в колесо.ру. Ровных и безопасных вам дорог. Пока!